Уже вовсю идет подготовка к международному чемпионату рабочих профессий. Сейчас в Чувашии тренируется расширенный состав национальной сборной по самой сладкой компетенции – кондитерское дело. Мы отправились посмотреть, все ли получается у участников. Кому светят мишленовские звезды? Каждый из нас хотя бы раз в жизни примерял фартук для того, чтобы нарезать салат или сделать торт из готовых коржей. Но есть повара с большой буквы. Они могут из того, что в холодильнике, приготовить не просто еду, а настоящий шедевр. Эти ребята, уже ставшие профессионалами, могут приготовить любой кондитерский изыск. Австрийский яблочный штрудель, французские тарталетки, английские трюфели. Вот уже неделю они тренируются по 8 часов ежедневно. Всего оттачивать навыки изготовления различных полуфабрикатов и сложных пирожных участники будут 2 недели. В конце тренировки кондитеров ждет экзамен. Это лучшие кадры, которые есть на сегодняшний день в Российской Федерации. Несмотря на то, что они студенты, они фактически могут... больше, чем те практикующие кондитера, которые работают в элитных ресторанах Российской Федерации. Лучшие учатся у лучших. Сейчас кондитеры тренируются под руководством международного эксперта WorldSkills Елены Лиленковой. Они учатся. Сейчас они могут задавать любые вопросы. Могут, если что-то не получилось, переделать. Уже на экзамене такой возможности не будет. То есть они должны будут выполнить очень хорошо все. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень. Кондитеры из разных регионов России среди участников расширенного состава национальной сборной. Каждый старается по максимуму выложиться на занятиях. Например, сегодня Александр Панкратенков из Санкт-Петербурга готовит свое любимое пирожное. Сегодня традиционная пирожная картошка в современной форме. Необычная начинка, жидкий центр из молочной жандуи. Эти тренировки нужны, чтобы проверить свои силы на выносливость в первую очередь. То, как мы умеем работать с продуктом, как мы их чувствуем. В четверке лучших и представитель Чувашии Евгений Краснов. В конце дня он представит на суд экспертов торт с лаймом и базиликом. Это как искусство. Ты импровизируешь, собираешь, создаешь что-то новое. Как ювелир. Очень тонкая работа. Уже не в планах открыть свое кондитерское предприятие, но сейчас главное – войти в состав международной сборной России. Ведь профессионалов много, а чемпион один. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.